Всем привет, здравствуйте. Продолжаем путешествовать по Киасме, Хельсинки, Финляндия. Интересный, я бы сказал, такой арт-объект Дарьи Мельниковой. Живет она в Латвии, Риге. Вот этот арт-объект называется «Алтарь». То есть это видеопроект вневременной естественной красоты, как написано в описании. В качестве музыки использована кавер-версия композиции R. Kelly «Я верю, что могу летать». Все это пространство украшено, сделано на заказ украшениями, словами «Мир», «Вера», «Любовь», «Надежда», «Чистота». Также этот проект имеет название «Следуй за мной», «Follow me», ставшее названием работы. Эта фраза «Следуй за мной» известна нам также из социальных сетей, где все надеются, что за их постами будут следить и лайкать. Ну, в общем, это и не удивительно. Ну, видимо, вот это она сама на этом интерактивном портрете. Ну, производит впечатление. Ну, интересно, действительно интересный такой арт-объект. Решил я вам просто показать. Ну, вот, собственно говоря, и все. Всем пока, всем привет, до свидания. Будем еще путешествовать.